Утром 31 марта украинские военные открыли огонь из танков, тяжелых артиллерийских орудий, крупнокалиберных минометов по поселкам в пригороде Горловки. Обстрел длился порядка двух часов, с 6 до 8 утра. На местах обстрелов с целью инспекции побывали представители международной мониторинговой миссии ОБСЕ, совместного центра контроля и координации режима прекращения огня и Министерства обороны ДНР. По предварительной информации, в поселке Зайцево повреждено около 30 домов, в том числе администрация поселка и здание бывшего сельсовета. Однако из данной о пострадавшей 78-летней женщине, которая получила осколочное ранение лица, предплечья и плеча, ей была оказана необходимая медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. В населенном пункте Гольмовский зафиксированы повреждения котельной, газопровода, здания детского сада и пяти многоквартирных жилых домов. Коммунальные службы уже ведут работы по ремонту газового оборудования. Как отметил заместитель Командующего корпуса Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин в ходе утреннего обстрела пострадали пять мирных жителей в поселке Гольмовский. Среди них есть пожилые люди, которые парализованы. За минувшую ночь обстрелом также подвергся и юг Донбасса. Огонь велся украинской стороной по Широкино. В Тельмановском районе три населенных пункта Григорьевка, Николаевка, Таврическая, были обесточены. На данный момент удалось восстановить электроснабжение только в одном из поселков. Обстрел противником велся целенаправленно по водонапорной башне и другим коммуникациям. Жертвы. Населения нет, но люди всю ночь сидели в подвалах. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации района Александр Сурсяков. Неспокойно ночь прошла и в окрестностях вольва центра на окраине Донецка. Обстрел территории автоцентра начался накануне поздним вечером. Украинские военные применили минометы калибром 120 мм.